больше возможностей. В Центральном банке России сообщили об открытых возможностях перевода денег за границу. Так, жители страны через систему быстрых платежей могут отправить деньги в Узбекистан, Таджикистан и Республику Беларусь. Будет награда. В России планируют утвердить почетное звание заслуженного работника туризма за достижения в сфере туризма и туристской деятельности. Предлагается также поощрять за участие в реализации федеральных и международных программ и проектов, в том числе национального туризм и индустрии гостеприимства, подготовка кадров, за обеспечение безопасности и продвижение отечественного туристского продукта на мировом рынке. Планы на будущее. На выставке форуме «Россия» заключено соглашение о сотрудничестве в вопросах развития образовательной сферы, цифровых навыков и цифрового искусства, технологий искусственного интеллекта. В рамках соглашения стороны договорились сотрудничать по открытию школы цифрового искусства «Муза». Ее основной профиль – создание качественных и передовых технологий и сервисов, которые могут быть использованы на территории Перми, а также формирование условий для последовательного перехода к модели устойчивого развития. В одном окне. За 11 месяцев этого года секторы пользовательского сопровождения были организованы в 50 отделениях «Мои документы». До конца года они начнут работать еще в 8 центрах. В секторах пользовательского сопровождения граждане могут самостоятельно подать электронное заявление на получение той или иной услуги. Можно позвонить. 1 декабря жители Соликамска могут позвонить по телефону горячей линии, специалисты которой ответят на вопросы соблюдения прав инвалидов и предоставления им мер социальной поддержки.